Привет всем, мы с Украины. Ну что у нас сегодня? Парад тщеславия или хвастовство, а еще называют это обзором. В общем, ситуация такая, чуть-чуть я приболел, ходил-ходил по лужам, сейчас бледный никому не нужен. И хватило у меня времени, пока сопли из носа текли, закончить инструмент для своего товарища, коллеги, клюшки. И сегодня я их попытаюсь показать, как получится, потому что у нас проблема со светом. В общем, идея в чем? Инструмент профессиональный. То есть это не спортивный инструмент, а профессиональный, который мы уже работали, я и мои коллеги, долгое время. В чем он отличается? Первое. Это удлиненные сами жала. Для того, чтобы можно было работать на заказах под любыми протекторами, чтобы они доставали. Это первый момент. Второй момент. Толщина самих клюшек уже выведена. Ну, очень узкая, чтобы обходила все самые высокие пины. Вот. И что в этой клюшке еще замечательно, то есть это наша фишка, это деревянные ручки. Для чего это надо? Для определенного удобства рычага. То есть не просто для красоты, скажем так. На каждая клюшка в наборе подписана. Ну, для особо сообразительных. В данном случае 7х7. То есть все клюшки сделаны под определенные задачи. У меня есть, то есть мы работаем с ребятами такими же наборами. Естественно, у меня, например, другие задачи, другое количество клюшек. Что-то мне оператор подсказывает, как-то должен я ставить. Ты не бойся, ты говори, как я должен, я поставлю. Вот. Тут у все клюшки подписаны, под какие задачи они нужны. Под те задачи, которые потребовал заказчик. Так, ну и давайте поюзаем, посмотрим, как это все жизненно происходит. Что мы имеем? Первый цилиндр мы имеем 7х7. Клюшка 7х7 для работы слева от стенки. Ну и будем заходить, пробовать. Находим что-то затирающее. Нажимаем. Выводим. Добиваемся сработки. Заводим. Все, смотрим. Тут есть на этой именно клюшке есть рысочки по локации пинов. Вот, что помогает оператору находить локацию, четко на него становиться, на пин. Строго становлюсь на рысочку. Разворачиваю. Помедленнее, пожалуйста, мы записываем. Хорошо. И вот так происходит. Так, вторая клюшка. Тоже 7х7. Тоже с рысочками. Но уже для работы с другой стороны. Справа. То есть открытой части профиля. Все то же самое. Заходим. Нажимаем. Добиваемся сработки. Ну и с разворотом плага разворачиваем все пины. Ну, тут еще быстрее. Я медленно не умею. Так, это первый тип клюшек. Ого, что у нас натягом. Следующие клюшки в наборе. Так, эти кладем на место. На 7х7. Следующие у нас идут на Apex. То есть это, ну, такое, на универсально открытые профиля. Ну, Apex я уже показывать не буду, там все понятно. И неинтересно. Следующее. Кале. Ну, кале посмотрим. Кале идет двухсторонний такой топорик. Очень узенький. Для того, чтобы можно было пропетлять под любыми пинами. Ну и посмотрим, как он работает. Не как посмотрим. Есть у меня кале в наличии. Конечно, это история такая. Клюшками работать кале. Ну, тоже надо. Так, заходим. Ну и потихоньку надо, главное, пропетливать между пинами. Между верхом и низом. Есть контакт. Есть контакт. Есть, что у нас сверху. Ну, вот такая вот история. Но в кале есть неприятная история, сразу говорю. Я боюсь всех этих нюансов. Этих всех пружинок, поэтому
Персонально для себя я сделал такую штуку-дрюку, чтобы поджимать пружинки, проходить вот эту линию, где находятся верхние пины. Вот. Ну и дальше нам надо тоже допетлять всю эту ситуацию до конца. Блин. Тут не особо удобно натягивать. Так. Нам надо это все. Вот таким образом. Опять же, для того, чтобы пройти линию слома, я все-таки вставлю эту фигню и поворачиваем цилиндр. Тут все понятно. Основная достопримечательность этой клюшки — это узенький носик, само жало, чтобы оно могло спокойно проходить между верхними и нижними пинами, чтобы хорошо было чувствоваться. Что у нас дальше? Дальше у нас клей убираем. Ай, закрутил не по-детски. Все видно? Все видно. Отлично. Так, следующая у нас история. Это у нас история такая, похожий топорик, только чуть длиннее. Это под Шерлок и другие. Видно? Видно. Так. И дополнительная клюшечка под слайдера. Так, возьмем Шерлок. Зажмем. Так, что у нас здесь? Здесь у нас надо поставить так натяг, чтобы не мешал. Берем этот топорик. То есть идея этого топорика для того, чтобы можно было работать как с правой стороны, так и с левой. То есть и в Шерлоке чуть-чуть пины занижены. Как раз топорик — это очень хорошая история. Лучше, чем карколыга. Ну да. Чуть-чуть мне, переключаясь с цилиндра на цилиндр, мне чуть-чуть необычно. То есть. О, хорошо. Все, проверили на всякий случай. Так, мне кажется, что все нормас. Но могу ошибаться. Попробуем слайдера. Специальная карколыжка по слайдера. Есть. Ну, вот такая вот история. Так, с Шерлоком понятно. Что у нас дальше? Дальше у нас следующая клюшка. Мне все время приходится этот набор дергать. Это под Тессу. Идея в том, что это под более такой фигурный узкий профиль. Она короче и чуть-чуть загнута. Вот. Это не обязательно под Тессу. Как раз Тессы у меня нет. Но вот недавно мне дал цилиндр наш коллега, у которого, видно, не все получилось так, как надо. Вот. Это цилиндр Вира, и как раз на нем я покажу, потому что тут интересные, ну не интересные, профиль на самом деле не особо интересный. Просто он как раз покороче, порубаннее, чем открытые профиля. И для него, вернее, на этом профиле, что-то я начал заговариваться, эта клюшка как раз будет, должна хорошо работать. Все видно, все нормально? Да. Ну и будем заходить. Не очень удобно царапаться в этом профиле, поэтому клюшка чуть-чуть загнута. Так, с работочкой идет, это грибовидный пин. Я даже его понимаю, где он. Вот, в принципе, и все. И зачем надо было ломать цилиндр, я не понимаю. А что там за проволочка? Тут? Нет, на корпусе. Это, по идее, защита от перелома. Как раз следующий ролик мы будем снимать про такого плана цилиндра и защиты, от чего должны защищаться цилиндры, как это все работает. Я очень интересный цилиндр я подготовил.
который мы хотим показать, как раз в ракурсе. А ну вот руку уберем. Здесь как раз в ракурсе этих защит от перелома. Потому что эти защиты от перелома, они реализованы по-разному в разных цилиндрах. И по-разному, разная эффективность их срабатывания. Я подготовил, наверное, максимально защищенный цилиндр от вандальных атак. Так, но разговор сегодня вообще не про них, а про набор клюшек. В итоге, что имеем? Мы имеем чехол, там есть дополнительный еще чехол, которым полностью закрывают. Подай, пожалуйста. Да, есть сам чехол, он в таком виде. Нормально, можно его скрутить и положить в отдельный чехол. И будет такая вот красивая история. Так что вот такой вот набор отмычек, клюшек. Напомню, что это я все сделал для своего коллеги-друга. Сразу говорю, не надо обращаться по поводу там изготовления, цены и так далее. Нет, это я делаю только по собственному желанию, по собственному настроению, только для друзей. Так что мы их не продаем и ничего не делаем. Что еще хочу сказать? Арбуз стоит у нас в кадре не зря. У нас счастье вчера было. В общем, всем мира, всем хорошего дня, всем удачных открытий.